Вы на канале «Солнечные зайчики». Привет, друзья! В этом видео хотим показать вам очень долгую, но в то же время увлекательную дорогу из Украины в Турцию. Из Кривого Рога мы добрались до Киева на поезде. Киев – столица Украины. Он находится на реке Днепр. Это очень красивый город. Жаль, что у нас не было времени погулять. От Киева до Борисполя нужно было ехать автобусом. Садиться на наш самолет, проходить регистрацию. Ну, жаль, что наши любимые дедушка, бабушка и Святослав остались дома. Передаем им огромный привет. Ручкой помаши. Ура, наш
Папа, ручкой. Бабушка. Ручка. А как же ручка? Наконец-то мы прилетели в Турцию. Здесь очень жарко и влажный воздух. Очень интересная страна и много достопримечательностей. Она омывается тремя морями – Черным, Эгейским и Средиземным. Огромную часть территории занимает горы. Сейчас мы направляемся из города Анталия в поселок Бельдиби, расположенный на берегу Средиземного моря. We'll be right back.
Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Солнечные зайчики». До встречи в новом видео. Всем пока-пока!